25-летняя звезда «Дома-2» Алена Рапунцель долгое время находилась в конфликте с отцом своего сына Богдана Ильей Ебаровым и его женой Настей Голд. Однако несколько дней назад Алену удивила своих подписчиков. Она помирилась и с Ильей, и с Настей. В личном блоге Рапунцель рассказала, как ей удалось помириться с Голд. Рапунцель подчеркнула, что в ее жизни начался удивительный период кардинальных перемен. Сейчас она находится в процессе развода с отцом своего младшего сына Святослава Ильей Семиным. С ним она пока находится в сложных отношениях. А вот с Ебаровым и Голд удалось найти общий язык. Кроме того, Рапунцель помирилась и с двумя другими экс-участницами реалити, Яной Захаровой и Настей Стецеевят. Алена отметила, что с каждой из трех девушек ей теперь есть, о чем поговорить, чему она очень рада. Добавим, что в конце июля стало известно о разводе Голд и Ебарова. По словам Ильи, он и бывшая супруга для себя приняли решение, что нет смысла продолжать отношения, а им обоим пора двигаться дальше по отдельности. Он отметил, что не будет объясняться и раскрывать подробности разрыва, так как считает это их с Настей личным делом. «Мы расходимся, надеюсь, достойно как взрослые люди», — пояснил Илья. По мнению Ебарова, в их с женой расставании нет какого-то большого негатива. Он подчеркнул, что так бывает, люди сходятся, живут вместе, женятся, однако в итоге понимают, что дальше им не по пути. Илья отметил, что он и экс-супруга, разные люди, которые хотят разного от жизни. Бывший участник романтического реалити пожелал Анастасии только хорошего и выразил надежду, что когда-нибудь они оба будут счастливы. Несколько дней назад Алена Рапунцель поделилась с поклонниками неожиданной новостью. Она вновь стала общаться с Ильей Ебаровым. Шансонье приехал к ней в гости после недавнего объявления о разводе с Анастасией Голд. Савкина сообщила, что по-настоящему шокирована от того, что бывший муж решил восстановить с ней отношения и наладить связь с сыном. Алена позволила Илье общаться с Богданом и поделилась их совместными кадрами. Трехлетний Богдан с отцом покатались на лодке и отлично провели время. «Никогда не поздно дать еще один шанс. Главное, чтоб этот шанс не был как предыдущие», прокомментировала звезда реалити в личном блоге.